А к доске у нас пойдет. А к доске у нас пойдет. Еремеев. Марья Ивановна, что я-то сразу? Вам пусть Ванька идет, у него на одну двойку больше, чем у меня. Еремеев, не припирайся. Если не готов, так и скажи, и будет у вас поровну двоек. Выходи к доске и пересказывай произведение Евгения Онегин. Знаешь хоть, кто написал? Ну... Пушкин. Обижаете. Конечно, знаю. Александр Сергеевич Пушкин. Надеюсь, роман ты перескажешь без помощи Судовой. Ну, все началось с того... Все началось с того... А! Онегин приезжает в город, чтобы забрать сберкниги дяди и квартиру, а в то же время приезжает Ленский. Ну, он типа там поклонник, как это, как-то и поэт, вот. Ну и заселяется там по соседству. Ну и короче, они были друганами, вот. Ленский признается Онегину о боли, что он тип влюблен в нее. Ну и Жене стало интересно, что это за девушка такая. Кстати, слушай, сегодня у Лариных движ, может туда дернем? Как раз там должна быть. Ну и короче, у Лариных движуха началась. Ну и Онегин идет туда вместе с друганом. Там он знакомится с сестрами Таней и Олей. Татьяна вся такая типа скромная, а Ольга вся такая красотка, веселая. Ну, потом они возвращаются такие домой. Онегин высказывает свое мнение о боли и типа говорит, что из двух сестер выбрал бы старшую. Умная типа она, а Ленский типа такой. Послушай ты, ты в прекрасном вообще ничего не понимаешь. Короче, Танька такая добавляется к Женьке в друзья, ну и пишет ему. Короче, идет переписка между ними, балакают такие о любви. Ну и Танька такая решается признаться ему в любви. А Евгений, что парень непростой, проблемный. Решил, что недостоин этой девушки, ну и игнорирует ее. Вот у них и день рождения, и поэтому Ларина устраивает тусовку. Онегин тоже решил туда пойти, ну и типа поговорить с Таней. Еремеев! Сейчас все будет, погодите. В общем, что-то пошло не так. На вечеринке он ссорится с Ленским. Ведь Женька заигрывался с суженой, чтобы доказать своему другу, что та недостойна его и не любит его. Онегина это разозлило. А Таня решила прогуляться. А Женя шел ей навстречу. Ну, у них завязывается разговор. Онегин рассказывает ей, какой он косячник, и что так и так не подходит типа ей. Она его выслушает, вся такая расстроенная. Женек оставляет ее наедине с мыслями. А она что? Она уходит, пересказывая о том, что ее типа парень бросил на популярном женском форуме, думая, что там она получит помощь. Онегин возвращается домой и решает на время уехать из города. Решил поискать путешествие на свою пятую точку. Потом он возвращается домой. Весь город гудит о дискотеке века, которая состоится сегодня. Ну, Женька заинтересовался этим. Не может же он пропустить такое мероприятие, где все на халяву. Еремеев, да ты...
Неужели имеют-то сразу? Я говорил, Ваньку надо было вызывать. Итак, расскажите, пожалуйста, о своих впечатлениях после съемок фильма «Евгений Онегин». О своих впечатлениях? Вы знаете, после фильма «Евгений Онегин», вернее, после съемок в фильме «Евгений Онегин» я вздохнул. Я вздохнул, потому что наконец-то я почувствовал себя свободным человеком. Меня больше никто не будил в 4 утра, чтобы выйти и там бегать голышом на берегу моря, понимаете, чтобы меня сдувал ветер. Меня никто не заставлял есть сырую картошку, никто мне не заставлял лазить по деревьям. Я был счастливым человеком, когда это закончилось, но поверьте мне, это нужно было испытать, вот, сняться в этом фильме. Я шел к этому фильму, мне кажется, всю свою профессиональную карьеру. Что вам особенно запомнилось? Мне запомнился режиссер. Вернее, знаете что, мне больше запомнилось побои от режиссера, потому что, наверное, ни один режиссер так рьяно не работал с актером. Потому что я понимал, что если я делаю что-то неправильно, ну, она начинала меня бить ногами, руками. У нее была палка, палка-выбивалка. Ну, то есть она-то говорила, если сейчас не сыграешь, я тебе этой палкой выбью из тебя, понимаешь, то, что мне нужно. И это, наверное, запомнилось. Ну, как запомнилось? Отпечаталось на мне, на моем теле. И, ну, разные режиссеры, как бы. Что вы можете посоветовать нам на дальнейшее будущее? Отпустите меня. Пожалуйста. Ярослав Жалнин рекомендует.